В конце сентября отмечается Международный день переводчика. Институт иностранной филологии Таврической академии также присоединился к всеобщему профессиональному празднику. Я всех коллег поздравляю с наступающим Днем Учителя, воскресенье. Сегодня Международный день западноевропейских языков. То есть мы в нем, в этом празднике участвуем, потому что, естественно, все западноевропейские языки, все языки, которые изучаются здесь, это западноевропейские языки. Английский, немецкий, французский, испанский, новогреческий. Завтра наш второй профессиональный праздник. Это День переводчика, тоже международный. И наши специалисты, и студенты, и преподаватели очень часто участвуют вот в таких масштабных и акциях, и работе по устному письменному переводу, и синхронному, и последовательному, и письменному. Вот на прошлой неделе кафедра романской и классической филологии занималась очень интересным переводом очень интересной книги, которая сейчас готовится к изданию с русского языка на французский язык. И сегодняшнее мероприятие – это вот часть нашей, как говорится, общей работы, подведение некоторых итогов, наметим дальнейшие перспективы работы. В праздничную программу вошли торжественное вручение грамот студентам, достигших успехов в переводческой деятельности, интеллектуальное соревнование «Что, где, когда» и развлекательный квест. В преддверии ко дню переводчика в Институте иностранной филологии было проведено такое действие, как фестиваль перевода. В данном фестивале, во-первых, были награждены все, кто участвовал в конкурсе переводчиков. На конкурс переводчика выносился текст, проза, а также поэзия. Это английская, англоязычная, франкоязычная и также немецкая. И все участники, которые определенные успехи показали, получили дипломы и были награждены также ценными подарками, такими как книги в оригинале. Всегда есть моменты, которые связаны с культурами как русской, так и англоязычной, и вот сопоставить их и передать русскому читателю то, что мог почувствовать англоязычный читатель, достаточно трудно, тем более, если эта проза достаточно старая по времени, то есть и приобщить современного читателя, это и задача переводчика в том числе. Кафедра теории и практики перевода официально существует уже 10 лет. Это мероприятие является, наверное, основополагающим для нашей кафедры, потому что кафедра теории и практики перевода занимается непосредственно этими проблемами. И я думаю, что мероприятие нацелено на то, чтобы наши студенты сделали первые шаги и первые пробы в переводе в своей будущей профессии, потому что студенты задействованы со второго курса по магистратуру включительно, и заочное, и очное отделение. Вот. И проблемы перевода качественного и профессионального оттачиваются именно начиная с первых ступенек. Сегодняшнее наше мероприятие призвано консолидировать усилия всех интересующихся проблемами перевода, всех интересующихся иностранными языками, и привлечь внимание не только студентов Института иностранной филологии, но и студентов всех специальностей КФУ имени Вернадского, к проблемам перевода, к иностранным языкам. В 2016 году Международный день переводчика отмечается под девизом «Устный и письменный перевод, соединяя миры».